Дорогие друзья, наконец-то мы снова встретились. Я лично очень скучала, надеюсь, что Ваня тоже. Это вечерний Витебск, как вы понимаете. Сегодня со мной, меня зовут Наталья Парфенова, если кто не выучил, запоминайте. Моего коллегу зовут Иван Паюченко, но я думаю, здесь что попроще. Пятый год уже, в конце концов, пора в эфире. Пора бы уже и запомнить хотя конечно бы имя. Так бодро я начала, и не просто так. Во всем есть тайный смысл. На самом деле у нас сегодня будет бодрый эфир. Молодежный, модный, продвинутый. И я в нем сыграю, конечно, неотъемлемую роль, но предлагаю начать. Тебя начнем. С того, о чем писали в интернете, что комментировали люди сегодня. Ну, собственно, и молодежь принимала участие. Видишь, как я заговариваюсь, пытаясь поддержать твой бодрый настрой. В Витебске открылся папа-зал. Несколько команд отцов и детей раз в неделю приходят в спортзал 12-й школы, и здесь их ждет специально разработанный план занятий с тренером, спортивные игры и развлекательная программа. Вход свободный, мамам разрешено выполнять функции болельщиков. В Синопоставах такие залы есть, скоро семейный клуб откроется и в Новополоцке. Круто! Привет всем папам, которые принимают участие в этом мероприятии. Ну а с другой стороны, дети. 5 дней в школе плюс суббота факультативы, а потом еще один день надо с папами бегать по спортзалу. Какой? 8-й в неделю? 7-й. Нет, там же просто конкретное время выделяется. Это, наверное, для тех пап, которые не успевают дома наглядеться на своих прекрасных наследников. Скажи, пожалуйста, Наташа, сколько тебе не хватает денег до 22 миллионов долларов? 22 миллиона. Да, собственно. Ну, приблизительно столько же, сколько да, мне. Как говорила моя бабушка, когда ей сказали: «Мария, ты ж миллионщица». Она говорит: «Конечно, 2 копеек, да миллиона не хватает». Так вот, раз уж заговорили о копейках, американский журнал, его название начинается на букву F, заканчивается на Orbs, опубликовал список самых высокооплачиваемых видеоблогеров. И в этом году самым дорогим видеоблогером, точнее, самым высокооплачиваемым, больше всего заработал 7-летний ребенок по имени Райан. Ничего себе! И этот 7-летний мальчик заработал вот те самые 22 миллиона долларов с помощью своего канала в YouTube, на котором он публикует обзоры детских игрушек, своих развлечений. Видео выходит ежедневно, мама даже бросила работу. Послушай. Пишут с сожалением, они там у себя. С сожалением, да. Пришлось, беда пришла в наш дом, пришлось бросить работу. Послушай, но я не знаю, это, наверное, веяние 21 века. Что дети сами зарабатывают себе наследство? Что можно таким образом вообще заработать деньги? Можно и заработать, можно просто развлекаться, это можно сделать частью хобби, это можно вообще непонятно зачем делать, ну, я не знаю, но есть же такие, наверное, люди. Есть, и такие люди есть прямо сейчас. Только не говори, что они пришли к нам в студию. Прямо сейчас, Ваня, они пришли к нам в студию, и мы прямо сейчас в прямом эфире у юных блогеров. Нас снимают. Те, кто на них подписан, могут нас наблюдать параллельно. Послушай, еще я так не волновался. Нас вот камеры снимают в прямом эфире как-то спокойно, а дети снимают. А вот. И куда они это все транслируют? Я вот не знаю, переживаю. И кому-то все достанется. Ну, на самом деле, я думаю, что вот об этом мы, наверное, прямо сейчас и поговорим. Хорошо это, плохо это, к чему это можно применить, выльется ли это в дальнейшем в какую-то, может быть, полезную профессию или просто какой-то полезный вид деятельности. Или против кого-то применить. Ну, в общем, сейчас будем выяснять. Да? Да, начинаем. Ну, значит, пошла я вас знакомить с нашей первой гостьей. У нас в гостях умница-красавица, очень хочется сказать, спортсменка, комсомолка. В общем, Юлия Олеговна Лешковская. Сейчас я вам ее представлю поближе. Педагог дополнительного образования Витебского областного дворца детей и молодежи Юлия Лешковская. Привет, Юля! Говорить можно уже что-нибудь? Всем здравствуйте! Да, это я, такая вот. Только,
Ну, говори. Ну, мы с тобой знакомы, поэтому я думаю, что на «ты» будет корректно и хорошо, и комфортно. Да, согласна. Ты пришла не одна, с тобой команда поддержки такая внушительная. Все нас снимают параллельно на телефон. Ты нам сказала буквально перед включением камер за 5 минут, что все это в прямом эфире, поэтому... Прямой эфир в прямом эфире, как да. Ваня заметил, ему страшно. Ну что ж делать? Ну, Юль, ты сегодня как мать многодетная пришла, привела своих подопечных, но здесь у нас только 2 человека, давай мы их тоже представим. Это Арсен, это Энис. Энис. Энис, прошу прощения. Можно. Но видишь, я хотел на английский манер ручкой это сделать. Привет, ребята. Да. Пинку держать. Ну, вы юные блогеры. И наверняка выходите в прямой эфир со своих мобильных телефонов, да? А в прямой эфир телевизионный приходилось выходить? Нет. Страшно? Немножко. Ну, больше, наверное, волнительно, да? Ну, я думаю, что в любом случае это полезная практика. И здесь попробовать себя в том числе. Это школа юных блогеров называется, правильно? Или... Я это называю объединение по интересам. Так. Я у мамы блогер, потому что такого ничего формального практически нет в нашем объединении. И я не мамочка, я, наверное, даже и не преподаватель, я всего лишь координатор той деятельности, которую ведут непосредственно дети. А я всего лишь, так знаете, вот туда можно, туда нельзя. И чтобы это все как-то текло. Устаканить. Да, устаканить. И сформулировать, и сформировать. Все верно. В правильном направлении все это дело. Я знаю, что дети, современные дети, рождаясь, вообще хватают в руки телефон и сразу понимают, куда надо нажимать, и что там надо делать, и чего от него можно вообще добиться. Наверное, это все-таки, хотела сказать, проблема. Да нет, наверное, это не проблема, это просто такое веяние 21 века, что все растет, развивается, технологии шагают вперед. И вот так вот мы с этим живем, и так оно в нас проникает и врастает. Всегда ли это полезно? Мне нравится, что ты сама задаешь вопрос, сама отвечаешь на него. Рассуждаешь, думаешь. Я тебе вообще здесь не нужна в этой истории. Но вот если просто провести какое-то исследование, и вдруг у детей пойти и спрашивать, кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? Это раньше было так модно и правильно отвечать там учителям, космонавтам, медикам и так далее. Сейчас практически каждый ребенок отвечает, я хочу быть блогером. И... Что это плохо, это хорошо. Энис, вот скажи, пожалуйста, кем бы ты хотел стать, когда вырастешь? Видеоблогером. Так, Арсен, скажи, пожалуйста, кем бы ты хотел стать, когда вырастешь? Видеоблогером. Совпадение? Не думаю. Вот такие вот дела. Я не знаю, может быть, в дальнейшем их желание изменится, ведь... Я, например, до сих пор сижу здесь, потираю ладони и думаю, как же хорошо, что моя детская мечта не сбылась. Да? Юля, а самое время узнать. Да? Кем ты хотела стать? Дело в том, что вот я любитель покушать и очень люблю печеночный пирог. И вот хотела я продавать печенку. Серьезно? Но... А ты знала, что, знаешь, что печенку просто, ну, нет отдельного человека, который продает печенку? Неважно, я должна была продавать именно печенку, чтобы вот прям... Мне кажется, что если бы Юля за это взялась, она бы делала это лучше всех на свете. Еще не вечер, но самое важное, что у таких детей и теперь в городе, благодаря мне, конечно же, появилась возможность уже чуть-чуть вот схватиться за эту мечту и, возможно, реализовать себя. Скажи, вот в этом кружке по интересам, чему конкретно ты учишь детей? Как, ну, как, куда нажать, на какую кнопку, в какую секунду, как это потом выложить в интернет? Или это гораздо более обширная история? Гораздо более обширная история, потому что каждый из них имеет свой блог, свой аккаунт в совершенно разных соцсетях. Поэтому я не могу знать и охватить все, что они любят. Некоторые прям ходят и снимают эти видеоролики, танцуют, там монтируют. Кто-то вот сидит и прям сценарии пишет. Некоторые даже... пародируют ведущих новостей телеканала «Витебск», да, и пытаются сами там что-то сочинить. А ты как цензор выступаешь да, в этой истории? Да, я просто корректирую, мы как-то пытаемся правильно нести
Добро в массы. Да, да. А тот, кто уже освоил какие-то программы видеомонтажа, мы вместе сидим и что-то смотрим, а кто-то добился уже таких высот, например, как наш Арсен, уже дома сидит, монтирует, и у него есть даже YouTube-канал свой уже личный. Да? Да. Арсен, сколько раз выходил в прямой эфир? Более 5 раз на своем канале. А что говорят родители? Им интересно то, что ты делаешь? Или пока очень они интересно, они смотрят мои видео и говорят, вот с новым видео ты становишься все лучше и лучше. Смелее, наверное, да? А что готовишь в следующем видео? Что будет? На какую тему? Ну, я хочу снять более атмосферное видео, чтобы вот прям сесть с кружкой чая и рассказать какую-нибудь историю. Ух ты! Здорово. Это так называется вечерний Витебск, да, с современным языком. А ты сколько раз выходил уже в прямой эфир? Ну, тоже больше 5 раз уже. А про что ты обычно рассказываешь? Ну, как когда. Иногда я рассказываю, вот когда какой-то особенный момент, или я, допустим, где-то в очень интересном месте, вот я рассказываю... Ну, то, что происходит с тобой здесь и сейчас, да? А вот смотри, например... Вот ты мне объясни, это интересно или нет? Не то чтобы я хочу затмить вашу славу блогеров, не собираюсь пробовать, оставлю это вам. Но вот, например, ты получил хорошую оценку в школе. Это повод, чтобы рассказать это в своем блоге? Ну, скорее всего, нет. Нет, да. Денис, расскажи лучше о рубриках, которые ты ведешь у себя. А вот взять, да, о чем-то интересном в своей рубрике рассказать. Это повод или нет? У меня есть рубрика, она называется «В день по слову». Там я каждый день выкладываю новое слово, которое сам узнаю и думаю, что другие этого не знают. И чаще всего так и выходит. Я устраиваю голосование и вот по результатам смотрю, в каком направлении двигаться дальше. Искать еще более мудреные слова или остаться такого типа. На том уровне. А я могу тебя попросить сейчас назвать какое-нибудь слово? Ну, а вдруг мы его не знаем. Из последних, да. И спросить, что оно означает, а мы попробуем угадать. Эглет. Еще раз? Эглет. Эглет? Да, эглет. Что это такое? Сразу, да, поясняю. Догадок не будет. Это пластиковый наконечник на шнурке. Ух ты. Я на тебя подпишусь. Мне интересно. Ну, вот так вот и завоевывают, на самом деле. Ну, круто, на самом деле. Какие ты даешь им какие-то домашние задания? Да, например, уже не один урок Арсену я задаю выучить стихотворение и подготовить рубрику. Как называется? Какую же? Полезно знать. Ну, это же обычные дети. Я хожу и позиционирую себя как педагог дополнительного образования, который не вводит в рамки ребенка, и там он может вольно плавать и развиваться и выбирать свою какую-то нишу. Но все равно где-то пытается лениться, да? И мне приходится вот брать в свои руки инициативу и давать домашние задания. Это не говоря уже о том, что мы работаем над техникой речи, сценой речи множество раз. Я думаю, что после сегодняшней программы прибавится поклонников у ребят, подписчиков, и, наверное, в твою школу придет еще больше ребят. Посмотрят, подумают, а чего ж я дома сижу, непонятно, что делаю, а тут вот, оказывается, есть прекрасный педагог, который меня научит, как это все применить. Спасибо тебе большое за... Да ладно! Все, уходи. Спасибо, Юлька, за твой позитив, за то, что ты к нам пришла, за твоих воспитанников. Я думаю, что твой YouTube-канал будет только расти и процветать, благодаря в том числе таким бравым бойцам. Дальше по сценарию у нас наша постоянная рубрика «Афиша». Смотрим, куда сходить завтра, потом возвращаемся сюда. И я вас познакомлю с еще тоже очень интересными людьми, прекрасными педагогами и их воспитанниками. Дом кино представляет фильм в жанре фэнтези «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда». Могущественный темный волшебник Геллерт Гриндевальд пойман, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели – установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Начало показов 15:40, 18:10 и 20:40.
«Золотое кольцо Витебска Двина» приглашает на выставку «Столетие. Природа красит». Студия народного творчества «Дилна» была основана в 1964 году коллективом Дома культуры «Лимбажи». Участники клуба создают текстильные работы, используя старинные техники окрашивания трикотажных тканей с помощью растительных красителей, цветов, листьев и ягод, распространенных на территории Латвии, сбор которых не вредит природе. Выставка открыта с 10:00. Витебская областная филармония представляет концерт Гайка Казазяна. Музыкант, обладающий яркой индивидуальностью, лауреат престижных международных конкурсов Гайк Казазян, выступит на витебской сцене. В репертуаре артиста шедевры мировой скрипичной музыки. В программе концерта музыка Грига, Дворжика, Бацини и многих других. Начало концерта в 19:00. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Вечерний Витебск продолжается. У нас гости прибывают. Красивые, умные, талантливые. У нас в гостях Ольга Аркадьевна Сарадоева, проректор по воспитательной работе Витебского государственного медицинского университета, и Эдуард Шалютин, заведующий студенческим клубом тоже Витебского государственного медицинского университета. Здравствуйте. Добрый вечер. Рада вас видеть. Вы всегда такие позитивные, такие добрые, с такими улыбками на лицах. И приходите вы к нам почаще. Спасибо, мы тоже рады. Зовите. Да. С удовольствием. Но сегодня мы вас позвали по приятному поводу. Совсем недавно завершился ваш 22-й международный фестиваль творчества студентов-медиков «Студенческая осень 2018». Ну, такое масштабное событие, 22-й фестиваль. Столько лет. Да. Уже кажется, что ну что уже нового может там произойти, что может там приключиться, но я знаю, что что-то в этом году новое, интересное приключилось. Что в этом году вас порадовало? Что порадовало? 22-й фестиваль собрал 1000 студентов, в том числе и выпускников. Более 30 мероприятий культурно-массовых, творческих, спортивных мероприятий прошло и на сцене нашего университета, и на спортивных площадках, и в холлах всех корпусов. А что в этом году произошло впервые? Впервые? Ну, мы каждый год стараемся найти какую-то изюминку и что-то придумать такое, то, чтобы было интересно и студентам, и сотрудникам, и выпускникам. В этом году мы отметили 10-летний юбилей нашего танцевального коллектива «Инфинити». Студенты сделали творческий вечер, и что было приятно, что выпускники, которые начинали в этом коллективе 10 лет танцевать, их было невероятно большое количество в зале. Я думала, вы скажете, мы не могли их выгнать. Практически так, потому что студенты, наши выпускники любят наш вуз, поэтому их было очень много, и было здорово. Я знаю, что какая-то выставка состоялась в этом году впервые. Ну, скажем, традиционно мы посвящаем наши мероприятия какому-то конкретному направлению. В этом году, как и вся страна, мы празднуем год малой родины. Поскольку университет многонациональный, у каждого своя родина. У студентов, иностранцев это вообще родина, которую они могут увидеть только через 6-7 лет, потому что есть студенты, которые вообще не выезжают, пока учатся на родину. Мы решили организовать фотовыставку наших студентов и сотрудников, посвященную году своей каждой родине. Вот фотографии были удивительно интересные, красивые. Вот. Плюс в этом году мы провели посвященное мероприятие году малой родины, в том числе и творческое мероприятие, концертное. А какие новые лица появились в этом году на фестивале? Радует каждый год, даже не радует, я не с этого начну. Каждый год, когда мы вручаем дипломы, всегда с грустью в сердце мы думаем о том, что от нас улетают такие талантливые, такие классные студенты. Ну, приходит 1 сентября, приходят новые студенты, и мы с грустью и с радостью вспоминаем наших выпускников, но в то же время мы радуемся, когда к нам приходят молодые талантливые звездочки, а их в этом году удивительно много, причем они пришли как в творческие коллективы, так и в спортивные секции. Ольга Аркадьевна, я все жду, ну когда же вы начнете вот эту историю? На самом деле, Ваня, к ним пришли такие милые девчонки,
вроде бы неформатные, вроде бы там, ну, не такие, как вот люди привыкли, да, что, в общем, ростом 1,80 м, волосы. Ты меня сейчас не просто интригуешь, и так далее. Но безумно харизматичные и очень талантливые. И впервые в этом году на фестивале выступили студенты-первокурсники. Все правильно? Обычно первокурсники не допускались. Еще только, ну, скажем так, осваивались, смотрят, там смотрели, смотрят, где да, они, что с ними происходит. Наташа, вводишь в заблуждение наших зрителей. Студенты-первокурсники у нас выступают с первого курса. Мы ни в коем случае... Прям с порога. Конечно. Как только они прошли отбор, у нас традиционно в сентябре все студенты проходят, скажем, такой, ну, специфический, я не знаю, такой отбор контрольный, скажем, наши руководители коллектива просматривают, отсматривают, отбирают себе в коллективы лучших, самых талантливых, самых хороших детей. И они с первого дня включаются. Разбирают прям? Конечно. Они включаются, разбирают, причем в разные коллективы. Вот. С первого дня студенты включаются в нашу студенческую жизнь. Как в творческую, так и в любую другую. В научную, и в спортивную, и общественную. Но в этом году как раз-таки вопрос не в том, что они впервые выступили, а мы впервые не дали возможности нашим первокурсникам выступить на конкурсе, с которого начинался весь фестиваль, на конкурсе песни. Так. Мелофон. Почему? Потому что желающих выступить много? На этом конкурсе, а конкурс один. Очень много. И очень много студентов-старшекурсников, которые хотели бы участвовать в этом конкурсе. А у первокурсников ведь все еще начинается, поэтому у них все еще впереди. Все их победы, олимпы, все впереди. Поэтому в этом году первокурсники не принимали участие в конкурсе. Но порадовали. А позвольте я тогда у Эдуарда Вячеславовича, как человека, наверное, который помнит все эти 22 фестиваля. Нет, нет. Не все. Вот Ольга Аркадьевна помнит все 22 фестиваля. Ладно, хорошо. Но вас я попрошу напомнить. Я только 11. Вот этот мелофон, да, в чем смысл? Это песенный конкурс, это вокальный конкурс? Как это? Это конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. И в этом году гран-при получила... Да, вот это очаровательная Наташа Дашкевич, которая к нам присоединилась. Кстати, вот об уровне этого конкурса нашего внутривузовского говорит, вот все время говорит то, что до того, как стать обладателем... Наташа участвовала в нем каждый год. Но до того, как стать обладателем гран-при, она уже дважды была лауреатом первой степени. И до этого она уже успела трижды стать лауреатом международного конкурса фестиваля искусств студентов-петиков. И трижды стать лауреатом республиканского фестиваля творчества учащейся студенческой молодежи «Арт-вокация». До этого. И вот только после этого к ней пришел гран-при нашего как бы внутреннего конкурса. А проще никак гран-при не получить? Или это просто вы такая настойчивая? Скажите, пожалуйста. На самом деле... Здравствуйте. На самом деле... У вас так прекрасно слышно. Да? Спасибо. Да. Это моя пятая попытка так. на мелофоне, учитывая, что последний курс. И изначально... Было приложено очень много усилий, и здорово, когда твоя работа проделана, она дает какие-то результаты, вернее, очень хорошие результаты. Наташ, скажи, вот твои впечатления после того, как ты узнала, что получаешь гран-при? На самом деле, я почему-то очень сильно не была удивлена, хотя я не рассчитывала на гран-при. Просто я к этому пришла, и психологически просто выросла, скорее всего. Скажи, пожалуйста, ну, с тобой каждый год принимают участие в этом фестивале твои, уже, наверное, подруги, твои однокурсники, однокурсницы, ребята, с которыми ты видишься каждый день, которые тоже талантливые, очень талантливые ребята. И как теперь? Да, вот вы продолжаете дружить? Или завистники появились? Вообще, мое воспитание, я сама себе не позволяю так никогда думать, я не могу так думать о других, и о себе в том числе. Я люблю... мой вуз, люблю студ-клуб, обожаю, и это отдушина моя, и люди, с которыми я общаюсь, с которыми я работаю, пою, это здорово. На каком курсе ты сейчас? На последнем, на да? На последнем. Да? Но вот перед началом этой программы я узнал, что, оказывается, некоторые участники сегодняшней программы для того, чтобы в ней принять участие, и в том, что будет дальше происходить, там кто-то уже с работы отпрашивался, кто-то уже не студент, медик, но тем не менее он будет у нас сегодня в гостях. Скажите, пожалуйста, Наташа, планируете ли вы в дальнейшем
как-то не покидать стены родного вуза? Останется ли у вас вот это желание, ну, все-таки или все закончится? Или наоборот, смените профессию. Да, или, может быть, все, что связывалось с медом, надо менять. Нет, я так не думаю. Раз уж я сюда поступила, я... Раз уж гран-при получила. Гран-при получила, все. План выполнен, на самом деле. Никогда, ни разу не пожалела, что сюда поступила. Мне кажется, это судьба, либо стечение обстоятельств. Просто я сюда попала в нужное место. Это замечательно, очень трудно будет расставаться с моим любимым мужем. Но пока пока что мы ни с кем не расстаемся. Очень хочется, Наташа, насладиться твоим волшебным голосом, твоим прекрасным вокалом. Сегодня ты, я знаю, подготовила номер в дуэте со своим однокурсником Эммануэлем. Очень просим вас, пожалуйста, спойте нам. Сейчас мы насладимся этим международным дуэтом. Пожалуйста, Наталья Дашкевич и Эммануэль. Всем привет, ребят! Мы находимся в ВГМУ. Здесь, как всегда, что-то происходит. Это «Поводив телек». Наше дело узнать и рассказать вам. Погнали! Расскажите, что это за зелье? Это, я понимаю, липа. Это липа. Липовый чай. Я собирал в детстве в деревне такие, я знаю. Декан фармацевтического факультета Наталья Олеговна Каража. Саша. С понедельника у нас началась неделя факультета. Она будет с 3 по 7 декабря. А сегодня в рамках недели факультета у нас была акция «Контроль качества печенья», которую, к сожалению, не застали. Печенье? Печенье. Контроль и качество печенья. Контроль качества печенья. Да. Наши студенты делали тематические печенья в виде таблеток, капсул. Мы пробовали их на вкус. То есть студенты пекли печенье? Совершенно верно. Которое вам нужно было... Но как-то добавлялись какие-то препараты в рецепт печенья? Ну, чтобы скушал печеньку и все, и поправился. Не было такого.
Нет, такого не было. В поддержку к этим печенькам у нас была организована вторая акция «Фармакогнозия согревает». И кафедра фармакогнозии предоставила 10 сортов чая, используя это нам. Я вижу, что нам поставили по чашке. Это нам? Конечно. Смотрите, я сейчас попробую чай. Пробуйте. На вашу ответственность, между прочим. Конечно. Пахнет очень вкусно. Надеюсь. Слушайте, вкусный чаек, особенно в такую плохую погоду. Вы знаете, вопрос у меня возник, пока я пил чай этот. Если все-таки фармфакультет решил лечить всех печеньками и чайком, говорит ли это о том, что лечение травами, какими-то народными средствами, избегая лекарственные препараты, это выход, это классно, так и нужно. Народные средства – это не выход, а вот травы некоторые обладают действительно поистине целебным свойством и вполне могут заменить некоторые виды таблеток. Ну вот самая распространенная сейчас проблема, конечно, в такую погоду – это простуда. Все говорят грипп. Вообще грипп существует или это придумали? Как вы считаете? Я считаю, что существует. Что из трав посоветуете заваривать, чтобы избавиться либо хотя бы поддержать свой иммунитет? А цветочки бузины вместе с ягодами либо листьями малины, я думаю, будет замечательным средством. Где найти цветочки бузины? В аптеке? В аптеке. Здесь как ни придешь, то танцы, то чай, короче, это печенье. Круто, вы же за это вообще полюбили свой университет или за учебу все-таки? Всего по чуть-чуть. За все. За все. Всего по чуть-чуть. Всего по чуть-чуть. Мне кажется, всего по чуть-чуть – это принцип вообще фармакологии, да? Всего по чуть-чуть. Как вы считаете, какая самая крутая травка? Мята. Почему? Тонизирует очень. Тонизирует – это же наоборот, типа. Вот ты сказала «тонизирует», а она сказала «успокаивает». Это же разные вещи или нет? Потому что. Тебя тонизирует мята, а тебя успокаивает. Мята на всех влияет по-разному. Я вот, например, если попью чайку с мятой на сон, все, я его не допиваю и отключаюсь прям. Скажите, как полностью называется ВГМУ, университет? Полное? Витебский государственный орден дружбы народов, медицинский университет. Вот какого ордена дружбы народов, каких народов, вы можете уточнить, какие именно народы воспринимаются вот в этом названии? Как вы думаете? Все, кто хочет учиться, все, кто хочет быть профессионалом. Остальные народы, мы с ними не дружим? Нет, ну как? Нам нужны студенты, которые хотят учиться. Ты знаешь географию стран, которая присутствует в Витебском государственном медицинском университете? Я знаю студентов, которые у нас учатся. Из каких стран? Ливия, туркмены очень много. Кто еще? Русские, россияне, украинцы есть. Беларусь есть? Конечно. Ну, это же наши. Друзья мои, у меня находится в руках вот такая вот, как это называть, наверное, бутыль, баночка, на которой написано «Уютик». Это так называется чай, который придумали студенты Витебского государственного медицинского университета фармакологического факультета. Состав – липа, котовник, яблоко. Ну, если что такое липа и яблоко, я понимаю, что такое котовник, я не знаю. Может быть, это как-то связано с котом. То есть здесь есть листья или цветки липы, немножко засушенного яблока и кот. Очень маленький кот. Все это заваривается кипятком и выпивается в виде чая. Так что, если вы хотите почувствовать уют, нужно заварить кота. Скажите, пожалуйста, вот обязательно ходить в шапочках в ВГМУ? Вот как вы считаете? Просто в бассейне обязательно? Смотря где, смотря на вот какую карту. Я просто вот хочу понять правила. Они в шапочках, вы без. Ну просто я свою сняла, когда вышла с кабинета. А, в кабинете? Смотрите, смотря на какой кафедре? Смотря на какой кафедре, смотря на какую... Вы с какой кафедры? В смысле? С кафедры анатомии. Значит, анатомия, мы на перерыве. У вас кафедра анатомии? Да. Вы пришли с ней. Они шапочки не сняли, а вы сняли, да? Да, вот она. Ну, оденьте, пожалуйста, шапку. Ну, что это такое? Ну, как вы вообще со мной решили разговаривать без шапочки? Ну, это же просто неуважение к шапочке. Ладно, только ради вас, исключительно. Знаете, у вас такая красивая шапочка, и вы ее сняли. У вас тоже. Вот почему вы без рисунка? Вот скажите, пожалуйста. Ну, вот мне так хочется. А есть какие-то ограничения по рисунку? То есть, да... Ваша задача угадать, чабрец или бузина. Хорошо? Мне же сказали, мне сказали, я знаю, что это. Хорошо? Итак, конкурс. Чабрец или бузина? По запаху. Чабрец. Правильно! И вы зарабатываете плантацию чабреца под Жодиным. Хорошо. Спасибо. Вы чай пробовали? Не-не, черный, только черный пью. Только почему? Это дискриминация чая. Нельзя пить. Только черный чай нельзя пить. Это расизм. Я черный, а вы зеленый. Это зеленый. Какой? Там угощают. Пойдем. Yes. Yes. Супер. Супер?
сахар? Maybe сахар? Sugar? Люблю сахар, да. Но там есть сахар? Нет, без. Yes? Окей. За здоров. Я обожаю сладкий, сладкий люблю. Вот такое вот чайное путешествие состоялось у нас в Витебский государственный медицинский университет. Здесь все, абсолютно все под чабрецом, все улыбаются, все в хорошем настроении. Я думаю, что нужно такие традиции сохранять и делать каждый год, а мы уже будем приезжать с нашей рубрикой. На сегодня все. Меня зовут Саша Фридман. Пока. Студенты медуниверситета сегодня под чабрецом, а мы под мятным чаем, что тоже очень неплохо. Присоединяйтесь к нам, делайте себе вкусный чай, потому что у нас сегодня очень трогательная беседа. Говорим мы сегодня с представителями Витебского государственного медицинского университета, продолжаем диалог, продолжаем говорить про ваш фестиваль. Очень много эмоций, очень много всего произошло. По-моему, неделю, да, длился фестиваль? Да, пять дней. Пять дней. Что впечатлило больше всего? Впечатлений, в принципе, очень много. Но вот я анализирую, услышав ваш вопрос, и думаю, вот когда-то, несколько, ну, десяток лет назад, мне один товарищ, когда прошел фестиваль, наш сотрудник сказал: Ольга Аркадьевна, столько лет идет фестиваль. И кажется, что сделать что-то круче невозможно. Я хочу сказать, возможно. Вот первое, что, ну, не то, что удивило, а я как бы знала, что у нас все на высоком уровне, но очень хочу отметить, это высокий уровень организации и высокий уровень проведения мероприятий. И вот в данном случае, в данном контексте еще хочу сказать огромное спасибо нашим студентам, преданным фестивалю, потому что есть ряд программ фестиваля, которые готовят именно студенты. Угу. Ну и, скажем, по телефону, по подсказке помогают им выпускники. Угу. Это второе, наверное, диво нашего факультета, это вообще правда, нашего вуза. Эдуард Вячеславович подтвердит, не даст соврать. Да, не дам. Что каждый год, да, каждый год наш вуз и наш актовый зал, и наша сцена собирает невероятное количество выпускников, которые приезжают на все программы нашего фестиваля. Сколько в этом году выпускников приехало? Ой, в этом году, я думаю, ну, примерно. Человек 50. Ничего было себе. Точно провернулось. Они же проворачиваются. Я думаю, больше, потому на что они на все пять дней же они не могут приехать. Причем где-то вот уже с начала сентября начинается сумасшествие. В интернете, по телефону звонят мне, звонят Ольге Аркадьевне, пишут моим ребятам по стоп-клубу. Когда фестиваль? Когда фестиваль? Нам надо дежурство ставить на октябрь они или на ноябрь. Да, оспрашивались, менялись. Спрашиваются с работы, они меняются на дежурствах. Они там, девочка приехала одна, вот так заснула на первом концерте, она анестезиолог-реаниматолог, понимаете? Она говорит, я неделю дежурила, чтобы меня сюда отпустили. Это все практикующие врачи. Да, практикующие врачи, практикующие провизоры. Многие уже заведуют аптеками. Они, причем они не просто приезжают в зал. Вот выпускники Infinity, которые специально съезжались, причем даже не только из Беларуси, на 10-летний юбилей, они еще как-то ухитрялись собираться несколько суббот или несколько воскресений на репетиции со всей страны, и они вышли на сцену на концерте. Люди, опять же, в Infinity продолжают танцевать несколько человек, которые уже закончили вуз. Одна сегодня вот будет здесь. Я говорю, как ты сбежала с работы? Я договорилась. Она практикующий врач. Да. Ну, круто. То есть их тянет как-то неудержимо. Они ведут программы. Вот ребята, КВНщики бывшие приезжают, хотя бывших, говорят, не бывает, вести программы. Лучше их все равно нет ведущих. А выпускники на конкурсе «Мисс ВМО» ведущие в этом году. Да. А как реагируют на это студенты, которые сегодняшние студенты? Они очень им нравятся, и они дружат. Вот такая отличительная особенность наших студентов, наших выпускников, что дружба сохраняется на десятилетия. Мне кажется, это уже дружба через всю жизнь, которая пройдет, потому что общаются, советуются, дружат, звонят. Да. Еще хочу сказать, вот Эдуард Вячеславович говорит, «Инфинити», вот назвал коллективы, я уже об этом говорила, что трогательно, когда на сцену выходят поздравлять выпускники, и искренние абсолютно слезы. Да. Слезы радости за тех, кто идет за ними, слезы радости от того, что коллектив существует, слезы радости от того, что их дело продолжается, в том числе. Ну, уже некоторые семьями приезжают. Да.
Да. У нас вот коллектив спортивного бального танца блестящий тоже, они были у вас тут, квикстеп. Они уже смеются, руководители, говорят, у нас слоган скоро будет «Учим танцевать, создаем семьи». Послушайте, у них уже 3 семьи из коллектива. 22 вышло. Года фестивалю. Да. Уже, мне кажется, преемственность поколений давно. Да. Есть. Уже приходила, да. Вот в прошлом году уже Даша Корнеева, она уже не Корнеева, она уже второго родила, а с первым она на руках ходила на репетиции, уже сама тоже, она уже не училась. Она уже закончила на тот момент. Ну, потрясающе. Ну, но в конкурсах, конечно, им участвовать нельзя. Нельзя. И даже там есть, да, и спортивные соревнования. Тоже нельзя. Это студенты, нельзя, но... это студенты. Я знаю, и что... Вот я, и что поразило, извини, Наташа, перебила тебя. Классно, здоровски. Вот сегодня слово «классно» просто оно... Вот оно просто просится, потому что... Сказать то, что происходило в нашем зале на концерте «Инфинити», зажигали наши студенты, которые танцуют в этом коллективе вместе с Кириллом Мархотко, и не просто зажигали, вместе с ними танцевал весь зал во главе с ректором университета. Мы посмотрим кусочек видео, который из личного архива коллектива «Инфинити». Перед этим мы послушаем песню тоже замечательного вашего коллектива, который называется «Тандем». Но прежде чем мы предоставим им возможность продемонстрировать вокальные данные, очень хочется отметить такой момент, что я знаю, что в рамках фестиваля прошла еще и благотворительная акция под названием «Всегда спасительно добро». Уже 4-й год эта акция присоединилась к фестивалю. А в чем была ее суть? Кто принимал участие? Сколько собрали денег и на что будут потрачены? Акция действительно уже 4-й год проводится в рамках фестиваля, хотя история этой акции и волонтерского движения, в том числе в нашем вузе, она уже насчитывает не 4 года. В этом году мы подключились к этой акции и студенты, и сотрудники нашего университета. И приглашали мы ветеринаров, ветеринарную академию, они тоже были вместе с нами. Наши студенты и сотрудники в этом году собрали 5000, практически 500 рублей. И на совете волонтеров было принято решение передать эти денежки на развитие материально-технической базы Витебского областного дома ребенка. Им исполняется в этом году 100 лет, поэтому это будет наш подарок дому ребенка. Ну, на старые деньги это практически 55 миллионов. Это серьезная сумма, и я думаю, что замечательный подарок. Да, и она пойдет на укрепление материально-технической базы дома ребенка. Огромный привет всем участникам, волонтерам Витебского государственного медицинского университета и Академии, Ветакадемии тоже. Спасибо вам за то, что вы присоединились и поддержали эту благотворительную акцию. Успехов вам, счастья, здоровья, сил, процветания. И, а вам я желаю нескончаемых талантов, новых интересных студентов, студентов-выпускников, чтобы они вас не забывали, чтобы они продолжали продвигать дальше в жизнь вот то, что им дает университет. Спасибо вам еще раз огромное. И будем ждать уже, наверное, вас в следующем году с информацией о 23-м фестивале. Я думаю, что следующий фестиваль, юбилей вуза, это отдельная песня, как говорится. Спасибо огромное. Ну спасибо. Что, дорогие друзья, сейчас для вас выступает студия песни «Тандем» Витебского государственного медицинского университета. Вечер тихой песни. Парни ждут меня.
У вас, на мой взгляд, есть все составляющие успеха. Первое – это талант, умноженный на титанический труд. Второе – очень талантливый человек огромного энтузиазма. Это ваш руководитель Кирилл Мархотко. Еще составляющая успеха – это, безусловно, и я это заметил, когда мы общались с вами в неформальной обстановке, это искренняя дружба, которая вас объединяет. И еще один фактор, я думаю, это любовь зрителей. Вот так много и так эмоционально нам рассказывали Ольга Аркадьевна и Эдуард о коллективе Infinity, танцевальном коллективе, который в ВУЗе, в медицинском университете трудится и всех радует, что мы не могли их не позвать сегодня. Сейчас вы увидели кусочек из их выступления, который был вот на фестивале. А со мной за столом сидит руководитель прекрасного коллектива, которого зовут Кирилл Мархотко. И, ну, уже, наверное, воспитанница этого коллектива, студентка медицинского университета Александра Жаврина. Здравствуйте, ребята. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что вы нашли время, пришли к нам. Спасибо, что вы предоставили нам свой архив. Мы смогли продемонстрировать что-то из вашего выступления нашим телезрителям. Вообще, у коллектива в этом году юбилей, да? Да, все верно. 10 лет. Как отмечали? Ну, у нас был свой концерт, своя концертная программа на базе медуниверситета в рамках студенческой осени. Я думаю, уже об этом сегодня разговаривали. Вот. Мы пригласили много гостей, наших друзей коллектива. И выпускников, вот, наверное. Да, и в частности из своей команды мы пригласили выпускников, которые уже давно не с нами, буквально... Там некоторые лет 5 уже не в коллективе, уже ведут себе взрослую жизнь. Не все приехали, собрались. Многие приезжали на выходных, тренировались с нами. И мы даже сделали небольшой сюрприз, небольшой танцевальный номер со старичками, мы так их называем. Вот. А вообще сегодня много ребят у вас в коллективе? Сколько человек? Да, сегодня много как никогда. Коллектив насчитывает 37 человек. Это много. Вот. Но вот Ольга Аркадьевна и Эдуард Вячеславович так много о вас говорили и говорили хорошего. А как вам кажется, а почему они вас так любят? Вот за что?
Вот что за эти 10 лет вы сделали такого крутого, что о вас столько хороших отзывов? Ну, во-первых, мы... Молодцы. А почему нет, собственно? Во-первых, мы уже, я думаю, как коллектив проверены временем. 10 лет — это достаточно большой путь. Мы прошли вместе со своим начальством, так сказать, со студенческим клубом. И за это время мы показали себя с разных сторон, развивались, росли вместе со студенческим клубом. И друг друга во многом чему-то учили, поддерживали, да. Но если говорить о каких-то заслугах, достижениях, мы в свое время много соревновались, ездили на всякие состязания. Это и международные фестивали, да, профессиональные, любительские. Участвовали и на телевидении, в телепроектах. Такой был телепроект «Я могу». Вот сейчас уже не так актуально, но тоже было в свое время достаточно шумное мероприятие, и мы тогда выиграли. Вот, и поэтому все это, с вами, да, все это наложило отпечаток, да. У нас даже есть для нас очень важный нам человек, это наш ректор Анатолий Тадеушевич Счастный. Он считает себя нашим поклонником, это очень приятно. И мы, кстати, очень благодарим его за поддержку. Без него многого не состоялось бы. Ну вот, наверное, зрители сидят и думают, почему пригласили только одну участницу из такого огромного коллектива сюда за стол. Пригласили мы Александру не просто так. Во-первых, Саша с первого курса, правильно? Да. Участвует во всех постановках коллектива. Во-вторых, Саша отличница. В-третьих, Саша пишет научные публикации. Да, угу, пока все правильно. Такое. Саша получила награду «Студент года» в конкурсе, который назывался... «Студент года в ГМУ». В общем-то, проходил в прошлом году. Угу. Стала студентом в ГМУ 2017 и прошла дальше на областной этап. Там заняла второе место. Ну, в общем, Саша со всех сторон молодец, поэтому не позвать Сашу было невозможно. Единственный вопрос у меня к вам, Александра. Когда вы учиться успеваете? Ну, вы знаете, можно все успеть, если правильно расставить приоритеты. В принципе, все возможно. Возможно, успешно прогрессировать вообще во всех сферах. Вам помогает участие вот в танцевальном коллективе или отвлекает от учебы, или добавляет какой-то энергии позитива? Ну, естественно, без этого никуда, без какой-то разрядки, без любимых людей, которые тебя окружают на тренировке. Мы же там не только работаем, мы еще активно общаемся друг с другом. Тусуемся. Да, мы все друзья, мы все очень классно поддерживаем друг друга. Ну, вообще, да, на самом деле это очень сильно дисциплинирует тебя, когда очень много дел, ты учишься правильно организовывать свое время. И как Кирилл очень часто говорит, это вот фраза, она мне очень довольно-таки часто мелькает в моей голове: чем меньше у тебя времени, тем больше ты успеваешь. Это реально правда. Ну, супер. Наверное, тоже к вам будем иногда приходить, если вы не против, для того, чтобы научиться правильно распоряжаться своим временем, научиться дисциплине, а может быть и каким-нибудь интересным па. Ну, не можем мы вас без танца отпустить, потому что танцоры в гостях, значит, дорогие друзья, будет танец. Поскольку на юбилейный концерт, ну уж так сложилось, мы с вами не попали, дорогие друзья, хотя, может быть, кто-то из телезрителей был, то прямо сейчас мы увидим тоже небольшое, к сожалению, выступление, но это будет танцевальный коллектив Infinity, не в полном составе, сколько уместила наша студия. Вот совсем недавно они отметили десятилетие. Мы же с вами прощаемся, желаем нескучного вечера, ну и насладитесь выступлением ребят. Пока. Y'all can't do better than this. Act like the South ain't the shit. Wait. It's just a midnight summer's jam. Fun.
трамбалмы. Doch nix. Hey.